Добрый вечер. Завтра ответная игра 1-8. Вот, безусловно, Аль-Иттихад является фаворитом в противостоянии нашим. Достаточное количество звезд мирового футбола, команда с историей. Вот. Но в футболе современном и Навбахор тоже вот за последние годы доказал, что никакие статусы, никакие рейтинги, ни количество звезд на поле не дает победы до начала матча. В футболе случаются футбольные чудеса. Вот. Что касается нас, то мы понимаем, что контраргумент против одной из сильнейших команд Азии – это хорошая организация игры, игровая дисциплина, самоотдача запредельная, ну и, конечно, психологическая составляющая. Постараемся завтра показать наш лучший футбол и добиться нужного для нас результата. Ertaga qiyin deganim sababi, ertaga juda ham kuchli o'yinchilar bilan o'ynaymiz. Yaxshi tayyorgarlik ko'rdik, xudo xolisi biz ham ularga qarshi yaxshi o'ynab shu muxlislarimizni xursand qilmoqchimiz ertaga. Xudo xolisi surpriz qilib, inshaalloh nasib qilsa keyingi bosqichga chiqishga harakat qilamiz. Biz shunga yarasha tayyorgarlik qildik, xudo xolisi ertaga o'yinda Я же по поводу нашей тактики завтра вечером ему расскажу. Ertaga Karim Benzemani o'ynashi bizga juda ham nima deydi, bir tomondan maroqli, shunday yulduzga qarshi o'ynash. Namanganda to'g'ri yaxshi o'ynadik, xudo xolisi ertaga undan ham ikki barobar yaxshi o'ynashga harakat qilamiz. Biz o'yinchilarni o'rganib chiqdik, xudo xolisi ertaga yaxshi qarshilik qila olamiz deb o'ylayman. Bolalar hammasi bilib turibdi, tushuntiribdi. Xudo xolisa, yana bir bor aytaman, shu muxlislarimizni xursand qilish. Количество болельщиков, особенно когда это все организовано, я думаю, приятно играть как команде домашней, так и команде соперников. А то, что мы играли на разных стадионах под разным давлением, каждый футболист Но Бахор имеет определенный опыт, ну и я в том числе. Поэтому, наоборот, в такой обстановке приятно играть. Это на самом деле праздник футбола.